То, что бомбят именно место падения Боинга на Украине, говорит о том, что там есть что скрывать. Экспертов не подпускают к месту крушения, хотя должно было быть объявлено перемирие, они там голову не могли высунуть, когда туда приехали, чтобы что-то там исследовать. Это говорит о том, что значит есть что скрывать. Кто сбил конкретно этот Боинг, а кому это было выгоднее всего? Я считаю, что Украине, чтобы спровоцировать ополченцев, чтобы спровоцировать Россию. Ну, в итоге у них, по-моему, это не вышло, хотя весь мир опять, ну, конечно, русские виноваты опять, ну, что делать.